приятно удивило предложение наших специалистов о том, что буквально в следующем, может, через год наши специалисты смогут участвовать в строительстве вашей атомной станции. Уже опыт у нас совместной работы есть здесь, в Беларуси, поэтому, если будет необходимо, мы готовы в этой части работать вместе с россиянами. Вообще-то такой и договор был у нас с российским Росатомом, что белорусы должны научиться выполнять основные работы по строительству атомных станций.